визит патриарха Кирилла в Китай очень знаковое событие, потому что вообще-то Китай не разрешает активную миссионерскую деятельность на своей территории. У нас было много проектов. Диакон Андрей Кураев высказывал, что хорошо было бы сделать православным весь Китай, там 1 000 000 000 человек, так сказать, православных, и это будет здорово в мире. Конечно, это утопическая довольно вещь, потому что китайцы не склонны к каким-то другим религиям, нежели их традиционные. И то, что патриарху Кириллу удалось пробить такую брешь и с миссией выехать, это, конечно, очень хорошее событие. Но говорить о том, что после этого все перевернется, и у нас там появится масса монастырей, церквей, вряд ли придется, потому что, еще раз говорю, позиция китайских властей, она в этом отношении все-таки будет оставаться довольно жесткой.